пчелы у нас все приготовлены к зимовке. Гнезда собрано на зимовку. Пластины понаставлены. Поставили мы всем по нормативу, сколько надо пластинок российского производства. Китайских, как-то я их не слишком обожаю. Это вот сейчас мы уже готовим КАС-81. КАС-81 это кислотно-алкалоидная смесь называется. А 81 это разработка советских ученых в свое время. В 81 году они разработали вот такое название, КАС-81 дали. Мы где-то с 85 года каждый год вот этой смесью мы пролечиваем пчел от вороатоза, от клещей и от нозематоза помогает. Примерно норматив, я так думаю, норматив пишут по-разному, пишут, ну где-то мы на 200 на улочку, наверное, даем. Вот. Сейчас нарежу я их. Это полынь во время цветения, полынь во время вегетации и сосновые бочки. Каждый год у нас такая святая обязанность их собирать. Вот. Я сейчас нарежу вечером. Это значит на 10 литров воды. Очень сейчас я очень много роликов в интернете по этой части. На 10 литров воды я, значит, 900 грамм этой полыни во время цветения, 50 грамм во время вегетации и 50 грамм этого. И норматив вот сироп. Но сироп делаем 1-2 к 1, 2 килограмма сахара, 1 килограмм воды. И туда добавляем 35 миллиграммов этого раствора. Ну и, как говорится, но если больше наложишь, нальешь туда, ну они горчит, пчелы плохо берут. Ну 35 граммов на литр вот сахарного сиропа, это сами то, что приемлемо. Пчелы не так уж сладко берут, но берут. В итоге мы пчел к весне выходят веселые, добрые, здоровые. Готовы медосбору уже про размножение дальнейшей жизни. Вот так. Вода закипела у нас дождевая. Начинаем готовить из этой смеси. Смесь вот уже готова у нас. Так называемый раствор КАС-81 для пчел. Варим под вечер. В этом же котле 2 часа сейчас варить будем. В этом же котле будет это всю ночь томиться будет потом. Томиться. Утром мы ее процедим, а вечером сироп будем. Вот сироп. Вот. Вот здесь 12 литров, чтобы мне хватило 12 литров. И, соответственно, пропорция такая же полыни и этого. Сосновые почки. И две стадии полыни во время роста, во время цветения. Вот сейчас мы будем его кипятить часа два. Часа два прокипятим. Печка у нас топится. И оставим мы его на всю ночь. К утру у нас раствор КАС-81, так называем, будет готов для применения для обработки от воротоза. Да, от воротоза и нозематоза. Вот, наступило утро. У нас смесь полыневая. Прокипятили, настояли. А сейчас будем фильтровать. А вечером уже сейчас сделаем мы это. Как ее сказать? Сироп. И вечером пчелам будем раздавать. Вот. Вот такая жидкость. Перчатки не оденешь, она рука вся попитается этим прополисом, эти, как ее сказать, прополисом. Полынь. Вот, все готово.
отстоится, вытечет и готовый будет раствор нам.